Все выходные дни, начиная с 9 утра и до 19 часов вечера, большая сцена Приморской филармонии не пустовала ни минуты. Один за другим на нее выходили артисты разных жанров. Нет, это не международный фестиваль, а шоу талантов «Бродвей» от развлекательного комплекса «Тигр де Кристалл». Главное условие бродвей-шоу – показать свой талант. Ограничений по жанрам нет, поэтому участники танцуют, поют, читают стихи, показывают фокусы и цирковые номера. В общем, делают все, чтобы заинтересовать и удивить жюри. Я уже в владивостокском шоу-бизнесе больше 20 лет, и очень часто работаю на площадках. Поэтому я, в принципе, видел уже все, и меня тяжело удивить. Шоу талантов от развлекательного комплекса «Тигр де Кристалл» проходит во Владивостоке второй год подряд. На этот раз заявки подали около 200 участников из Приморского и Хабаровского краев, из Тулы, Кемерово, Санкт-Петербурга, Москвы и даже Казахстана. Некоторые конкурсанты до выступления даже не были знакомы, но специально для шоу объединились. Мы барабанное шоу «Port of Beats». Через интернет просто в поиске ищу барабанщика. Так на него вышел. А Дениску просто потащил то, что он был в кругу моих хороших друзей, и он был не прочь. Мы выступали с женской хореографией, которая называлась «Me Too». Смысл был в том, что я вижу ее в зеркало, она меня видит в зеркало. И мне сначала это не нравится. Я очень сильно злилась. И после этого, конечно же, последовала драка, в принципе, и у близнецов. Да, это нормально. Да. После отборочных туров из всех выступавших жюри отберет 32 участников. Еще один пройдет в четвертьфинал благодаря зрительскому голосованию на сайте шоу. И вдобавок к этому количеству возьмут еще 3 иногородних участников. Итого 36 претендентов в борьбе за денежный приз. Главный критерий отбора – подходящий формат. К этому понятию жюри относится очень трепетно. По их словам, «Бродвей» – это шоу международного уровня, а значит, надо соответствовать. Шоу – это шоу. Поскольку это все-таки развлекательный комплекс «Тигр де Кристалл», вы себя сразу должны представлять на сцене развлекательного комплекса. Как вы будете смотреться, как вы будете общаться с публикой, что вы будете делать на сцене. Вот это формат. Но мы можем раскусить талант, направить его, чтобы он соответствовал. То есть если просто человек вышел не с тем номером, но у него есть задатки, есть, если он умеет что-то еще, то мы обязательно ему намекнем на это, чтобы он сделал по-другому и продолжил свое участие. Вот такие конкурсы, будь то, например, «Голос» или «Шоу-победитель», или там «Бродвей», да, они дают возможность исполнителям быть замеченными, но они автоматически не делают из исполнителя звезд шоу-бизнеса. Первый четвертьфинал конкурса пройдет уже 26 мая в развлекательном комплексе «Тигр де Кристалл». Участие в шоу бесплатное, а вот главный приз – 3 миллиона рублей. Подробности и условия проведения конкурса можно увидеть на сайте организаторов. Ирина Мокрицова, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.